Друзья, всем привет! Сегодня на распечатке патрон импульс. Вот такой древний патрончик достался мне. В общем, предоставил этот патрон Алексей. Есть еще у людей такие запасы, таких вот раритетных патронов. Сейчас это можно смело назвать уже раритетом. В общем, патрон «Импульс» Шоскинского завода, казенного завода «Импульс». В общем, патрон, ну, как бы, если присмотреться, то с очень крупной дробью. Какой номер дроби, я сейчас сказать не могу. Будем, откроем, посмотрим, померяем. Потому как на патроне очень плохо уже читается. Ну, можно сказать, ничего уже не читается. Вытертый патрон, но это реально заводской патрон. Ну и давайте смотреть, что было в патроне импульс. Ну, как бы для начала померяем высоту патрона. Патрон закрыт под хрустик. Вот, видно, да? Но дело в том, что он закрыт под хрустик и закрыт неровно. Вот так, если проворачивать наискось. В общем, закрывка такая, наискось. Ладно. Высота патрона готового, уже собранного, 66 миллиметров. 66 под закрутку. В общем, давайте распечатывать, смотреть, что это за боеприпас такой. Ну, о котором действительно ходила такая не совсем хорошая слава. Вот. Так, хрустик. Такой довольно-таки упругий хрустик. Нету. Ну, я не думаю, что этот хрустик так просто будет лопаться. Так. Дробь, конечно, очень крупная. Очень крупная. И это, скорее всего, сейчас померим, что это за дробь. Ну, такая, не совсем ровная. Так, это у нас... Ого, это 6,5. Картечь 6,5. Сейчас буду смотреть точно. Да, 6,5 картечь. Ну, давайте судить не по одной дробине. Так, и это у нас 6,25. Вся разная какая-то, непонятно. 6,25. Не, это 6 вообще. Ну, в общем, что там говорить. На одной дробине я могу показать 2-3 размера. Это так, легко. Она вся кривая. Вот, 6,25. Ну и то, даже 6,5. В общем, 6,5, 6,25. Картечь такая. Да, вот 6,25. Ну, завал. В общем, вы поняли, да? Какая картечь. Сейчас покажу, поднесу качество вот этой картечки. Посмотрите, она неровная, чтобы сказать, там она идеальная. Вот, поштучно. Поштучно 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 штуки. 23 штуки в патроне. В общем, вес, друзья, вес этого всего, сейчас скажу. Вес этого всего. Тридцать три двадцать четыре. В общем, 33 грамма, друзья. На патроне не читается, нигде не видно, какой вес. Ну, в общем, 33 грамма на самом деле здесь. Вот. Ну, дробь крупная. И, конечно, хотелось бы понимать, какая по твердости эта дробь. Ну, дробь хорошая. Дробь хорошая. Ну, крупная дробь, она, в принципе, как бы
Да, тверденькая, хорошая дробь. Дроби вопросов нет. Единственное, по форме, конечно, вся корявая. Ладно, не суть. Такая. Катали, не докатали, видно. В общем, что дальше? Смотрим, друзья, что дальше в патрончике. Дальше у нас... Дальше тут пыш-контейнер. Какой пыш-контейнер? Сейчас посмотрим. Пыш-контейнер. Я не буду даже выступать экспертом в этом плане. Не знаю, что это за пыш-контейнер. Смотрите, на двух ножках. Ну, я так понимаю, в патронах импульс везде такие пыш-контейнера применялись. Вот. Может быть и не везде. Ну, то, что я видел, применяются именно такие пыш-контейнера. Что это за пыш-контейнер? Давайте свою... Пишите свои комментарии, как называется этот пыш-контейнер. В общем, вот такой. Лепестки не разорвешь. Очень, вот один разорвался с трудом. Очень тяжело рвутся. В общем, о, как. Стоит прокладка, друзья. Стоит прокладка. Стоит так. Абы еле-еле, еле-еле душа в теле. В общем, стоит прокладка. Как бы... Вот она, ребятки, стоит картонная прокладка, 1,5-миллиметровая, да? Да, 1,5 миллиметра прокладочка картонная на порохе. Вот. Не знаю, зачем это сделано. Скорее всего, из-за того, что здесь порох круг, мелкий мог просыпаться, кинули еще дополнительно прокладочку. Как бы этим самым подчеркивая несостоятельность этого патрона. Зачем прокладка, я не знаю. Смысл тогда обтюратора. Как он будет работать. Вот обтюратор, в принципе, как бы эластичный. Я, конечно, не знаю, может быть, по холоду и дубел бы. Но, скорее всего, что это связано с тем, что просыпался порох. Потому как слишком уж, смотрите, слишком пыш-контейнер свободно. Ну, то есть телепается, как... Карандаш в стакане. Вот. Так. Ну, понятно, да? Порох-круг. Порох-круг. Аграфиченный. Патрон, я думаю, родом туда из 2000-х годов. С начала 2000-х годов. Вот, так. Смотрим, что, сколько пороха здесь. Предполагаю, что где-то 2,3 грамма. Смотрим. Пожалуйста, 2,3 грамма. Не важил же. Все при вас делаю. 2,3 там, ну, с небольшими сотками. 2,3 грамма. В общем, порох круг аграфиченный. В принципе, все понятно. Ну, и предсказуемо капсуль. Сейчас я декапсулирую. Капсуль тоже свой. Ихний же. КЗ-2197 тоже, вот он такой вот капсуль, шосткинский капсуль, такой вот ты, северный олень. Ну вот, гильза, ребят, гильза тоже ихняя, тоже импульс на гильзе написано. Ну то есть имели свое хорошее, нехорошее, но имели свое производство, да, скажем так. Вроде бы как до сих пор этот завод еще жив. Ну, насколько он конкурентоспособен с другими производителями, конечно, затрудняюсь сказать. Но завод этот есть. И как бы, как это не смешно и не грустно звучит, ну, это свое производство, наше, украинское, ребят. Вот. То есть, можно настроить линию, скажем, там, на изготовление патронов, на импортных комплектующих, и это все равно будет, я думаю, где-то, наверное, выгодно. А может быть и нет. Всей той правды мы не знаем, но тем не менее, были свои патроны, ребят, были свои патроны, как сейчас патроны Тахо, так вот были патроны импульс. Вот, друзья, так что такие комплектующие. Ну, я сейчас вот в эту гильзочку переснаряжу этот патрон, друзья. И мы обязательно постреляем ним, да, посмотрим, как он
на этот самый. Ну вот, я сейчас разорвал один листочек. Больше не буду разрывать, потому как для как бы пущей уверенности, вот как они действительно на самом деле работали, эти патроны. Все соберу в обратном порядке вот в эту гильзу. Ну и поехали стрелять, смотреть, насколько этот патрон хорош. Ну вот, обтюрация даже немножко получше будет. Чуть-чуть получше в этой гильзе. Насколько это хорош, либо же нет патрон. Поехали стрелять. Так, в общем, друзья, патрончик импульс, дробь номер 6 миллиметров. Поехали. .366. Смачный выстрел. Ну, ствол загрязненный, понятно, это порох круг, тут удивляться нечего. Но выстрел такой хороший. Скорость на закруточке 366. По сути, считаю хорошей скоростью. Показываю скорость, друзья. Вот, смотрите. Я думаю, видно. 366. Так, ну что, пошли смотреть, что нам покажет этот патрончик. Да, скорость хорошая. Вполне даже неплохая скорость, 366 для такого номера дроби. Вот, ну а тут как бы... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук всего прилетело в мишень. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И восемь штук за мишень. А не, девять, девять. Вот она, девятая. Девять. В общем, такой результат. 366. Скорость, ребята. За мишень больше прилетело, чем мишень. Ну, как бы, я не знаю. Я не знаю. Понятно, что для этой дроби есть свои цели и задачи. Но если брать во внимание, там, скажем, смещение где-то вот в таком размере, то, по сути, как бы, все хорошо. Раз, два, три... 4, 5, 6 дробин, по длине 7, 8, 9, вот, по вот этой длине, понимаете, да, если это туша козы, хотя по козе у нас запрещена охота дробью, ну, у нас, в наших регионах, может быть, где и можно стрелять картечью по козе, ну, в общем, если по козе этим патроном стрелять, то, в принципе, результат хороший, ну, а так-то результаты сами смотрите. Видео есть, количество дробей, можно посчитать, посмотрите, сколько штук. В общем, как по мне, патрон, по сути, был неплохой. Был, потому что сейчас их уже не выпускают. В общем, кусочек истории вам на обозрение. Ну и, соответственно, жду ваших комментариев под видео. Пишите, делитесь своим мнением, будет очень интересно почитать. Всем удачи, всем пока. До новых роликов, друзья!